Минус больше полусотни рейсов. В Бийске уже почти две недели трамваи ходят по обновленному расписанию. При этом изменился только график вечерних выходов электротранспорта по четырем маршрутам. Как заверяют чиновники, это временный тестовый режим. Завершится он уже ближе к декабрю. Сейчас фиксированного расписания движения уличных вагонов после 18 часов как такового пока нет. И потому узнавать, появится ли трамвай на линии, необходимо у диспетчеров. Вот такого, значит, рода изменения, они были вызваны только лишь тем, что, проанализировав пассажиропоток, картина была не совсем хорошая. То есть в это время пассажиры очень мало передвигались на трамваях. Я хотел бы, во-первых, наверное, принести свои извинения за те неудобства, которые доставляет гражданам, жителям города вот это наше, вот этот наш тестовый режим. Но поверьте, по-другому у нас сейчас пока не получается. После 6 вечера из депо больше не выходят трамваи, которые движутся по 1-му, 3-му, 5-му и 7-му маршрутам. Такие радикальные меры руководители учреждения приняли из-за низкой наполняемости вагонов. Из возможных 100 человек электротранспорт перевозит только 10. И потому с ноября было введено тестовое расписание. Сейчас число выходов на линию в будние дни сократилось на 61 рейс. Каждый день специалисты трамвайного управления анализируют ситуацию и вносят корректировки. Для получения реальной картины тестовый период продлится до декабря. Только после этого будет принято окончательное решение, какие рейсы вернуть, а какие исключить.